Саша всегда очень интересно все рассказывает, все преподносит, даже обычные повседневные вещи. У него всегда это получается с юмором. В принципе, даже если слышишь то, что ты раньше знал, то это всегда полезно освежить свои знания, как бы какие-то изюминки вспомнить и как бы перенести на свою работу. TRX – это то оборудование, с помощью которых можно проработать те мышцы, которые в обычном тренажерном зале или в обычном миру не проработаешь. Прорабатываешь, становишься сильнее, становишься функциональнее, и потом гоу – сворачивать горы. Семинар супер, очень информативный. Получила много новых знаний, увидела новые упражнения. Попробую делать все самостоятельно. Я занималась персонально с Сашей, мы попробовали новое направление TRX, и я решила узнать о нем побольше. Возможно, я же говорю, попробую сама. А как ты вообще пришла к TRX, как ты начала заниматься? Это по совету Мельниченко или ты сама как-то пришла? Нет, я еще 2 года назад я была в Штатах, и там в клубах это уже давным-давно как бы распространено. Обычное дело, а для нас это... Да, у нас как бы это немножко все позже приходит к нам оттуда, поэтому как бы после того, как я приехала, начала работать с этим. Слушай, всегда интересно. Нового ничего не было, но было повторение старого и... даже хорошо забытого, наверное, старого. А вот были упражнения, которые я не так часто применяю в своей деятельности или в работе с клиентами. Вот. Ну, повторение – это всегда хорошо. Может быть, в следующей части я узнаю и увижу что-нибудь новое. Хорошо. Что ты посоветуешь буквально пару слов нашему Саше? Вот в камеру. Нашему Саше? Да. Посоветую развиваться в дальнейшем, так же, как он продолжает это делать. Это очень здорово, когда человек добился какого-то уровня, но все-таки не забывает и стремится к новым знаниям. Это очень замечательно.